Приветствую всех на своем канале, с вами снова я и на этот раз с маленьким заказиком по каталогу 5. Точно маленький, поэтому надеюсь мы с вами вложимся быстренько. И первое, что я вам хочу показать, это мой подарок по акции, даже не акции, вот новому сервису от Faberlic Drive. Не буду сильно заострять на этом внимание, обязательно прикреплю видео, чтобы вы смогли посмотреть, что это такое и чем его едят, как говорится. Но что хочу сказать, что что-то у меня тавтология какая-то. Значит, это такая система поощрения, система лояльности для VIP-ов, так как я уже давно все, что можно, позакрывала в VIP. У меня уже, по-моему, 210 периодов, то есть практически с самого начала, вот я в компании 11 лет, с самого начала я делаю 100 баллов, то есть собрала все плюшки, и я такая не одна, есть очень много у нас директоров-консультантов, которые с компанией практически с самого начала, очень много бриллиантов, и вот была придумана такая система поощрения. И опять же прикреплю видео, а просто напомню, что в прошлом каталоге была акция только для участников Drive. Напоминаю, что это для VIP-ов, но если вы вдруг не участвовали, что-то произошло, вы не слышали, не расстраивайтесь, вы можете вступить в эту акцию в любой момент. Вам нужно только, чтобы в этом каталоге было оплачено 100 баллов, зайти, зарегистрироваться. Вы это все увидите в личном кабинете, только не через приложение, а через сайт. Сверху именно перейти на Drive, нужно ввести логин и ключ, то есть это те же самые, и прочитать, там зарегистрироваться. Ну, в общем, я переключаюсь на то видео. И была такая акция для всех. Значит, купи набор порошков и второй получи в подарок. В России дарили один порошок, а у нас в Беларуси, так как мы работаем с наборами, нам дарили наборчик. Поэтому вот я хвастаюсь. Вот так у нас приходят наборчики порошков. Я уже его вскрыла, посмотрела. Вот. Значит, было, добавляешь 2 в заказ. Нажимаешь продолжить, как обычно, и на втором шаге один из наборов становится за рубль. Сейчас, как говорится, бесплатного ничего нет, все подарки у нас идут, чисто символическая цена за рубль. Поэтому, сами понимаете, очень крутой подарок, и что мне нравится, что и универсальный, и для цветного, и... Сколько у нас набор? Наверное, за 22 рубля у меня вышло, ну, это по каталогу, 4 порошка. Это мега крутой подарок. Значит, артикул его 1045N, это такой составчик, а 1046N, это 2 универсальных, только с запахом. Дальше, попросили у меня заказать кондиционеры для белья. Я лично имею их все, как я уже где-то рассказывала, что у меня много кондиционеров под настроение, а здесь девчонки полюбили именно такие. Это 11854 золотая органа и 11850 орхидея и кашемир. Дальше, кто не в курсе, у нас вот эти водички Bloom, Just Bloom, появились в 30-очках, и они сейчас на акции. При покупке 2, по-моему, 9,49 по каталогу, а при покупке 3 любых по 8,69. Ну, одним словом, за 8 рублей парфюмерная вода. Это просто нонсенс. Лично для меня со всех водичек нравится роза. И у меня девчоночки попросили, поэтому грех было не взять по акции. Артикул 3368, но в этой акции участвуют все вот эти 3 водички. Потом, по-моему, Глориус мужская, 8-й элемент мужская и еще какая. Не помню. И последнее, что я вам хочу показать, на что я потратила свой VIP, это взяла себе патчи. Этими я сейчас пользуюсь, у меня осталось где-то 1/3. Это новые патчи звезды, артикул их 0948, они идут именно под глаза. Удобно наносятся, они бесцветные, то есть я могла бы спокойно вам снимать видео, и вы бы видели такой как бы легкий блеск, но само по себе патч не был бы видно. Но что хочу сказать, что когда уже уходит чуть меньше, чем полбанки, получается очень много этой жидкости уже,
И патчи нужно первое время контролировать. Если в самом начале они не сползают 100%, то потом их нужно контролировать, то есть чтобы чуть-чуть подсохли, прицепились, как говорится, и затем уже можно спокойно работать. Я, например, сегодня чуть-чуть жидкости слила, потому что там ее очень много. Я понимаю, что там очень хороший состав, можно было бы нанести там и на лицо, и на шею. Но мне, честно, было некогда, а патчи ты нанес, вроде бы ничего не сделал, они уже тын и подлезли, поэтому я проконтролировала, чтобы они сидели на месте, и решила слить лишнюю жидкость. С этими патчами такого нет, но я так думаю, эти патчи просто, наверное, чуть-чуть тяжелее, эти, наверное, чуть-чуть потоньше. 0916 артикул, я все наши патчи перепробовала, для меня это самые любимые, уже даже не могу сказать, сколько у меня их было банок. Во-первых, чем они мне нравятся, что они 100% не сползают, они практически не видны, то есть они такие бледно-розовенькие. Их можно наносить и на носогубку, и на межбровку, и даже на губы. Поэтому я вот именно вот эти патчи и полюбила. И с удовольствием потратила в VIP, и меня вышло 2 по цене 1. Вот такая вот я запасливая девочка. Так что вот такие у меня покупочки пока только еще по каталогу 5, но это еще не все. Так что не забываем подписываться на мой канал, не забываем писать вопросы, я обязательно все прочитываю, на все отвечаю, что нужно, более емкий ответ. Конечно, снимаю более такие подробные видео и загружаю в плейлист вопрос-ответ. Так что не забудьте посмотреть, какие у меня есть плейлисты, у меня есть очень много пользы, конечно, много есть и закрытых видео только для моей команды, но каждый там найдет еще какую-то для себя пользу. Ну а если вы хотите попасть именно ко мне в команду, в проект «Партнер», связывайтесь со мной, есть под видео все ссылочки, все соцсети, есть связь со мной и, конечно, есть открытый канал «В помощь сетевику». И, опять же, если вы просто хотите вот участвовать в акциях, покупать, опять же, под этим видео есть анкетка, которую вы заполняете и получаете доступ к ценам склада. Всем до скорых встреч! С вами была Ольга Карпович. Всем пока! Не забудь подписаться!